Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Решили сразу заодно, пока уже все у нас здесь на мази, так сказать, дегустацию консервы кублей конина тушеная, высший сорт. Посередине выше будет ссылочка на распаковку этой посылки, откуда эта посылка пришла. Вот сейчас с Грибобасом попробуем. Ага. Что за конина? Сейчас расскажу. Вот такая баночка. В принципе, так красиво выглядит. Угу. И написано: конина тушеная, высший сорт. Я просто так посмотрю, ну, откуда именно. Угу. Казахстан, Республика. Так. ТОО Кублей, город Уральск. Городу Уральску большой привет. Большой привет, город Уральск. Ну, в принципе, все. Угу. Открываем, да? Да, давай. И большое спасибо. Большое спасибо. Что прислали нам на дегустацию. Угу. Хлебушка, наверное, надо будет. Да. Вот тут есть вот хлеб. Ага. Остался. Угу. Так, это ложки будет. Ага. Это ложки маленькие или чем намазывать это будем? А, ложки. Да прям не намазывать, а это. Подожди, я вытер. Да, ты потерял. Вот таким образом можно открывать консервы. Угу. Сейчас, чтобы видно было. Я тоже понюхаю. Сейчас, подожди, зрителям покажу. А, давай. Вот так она выглядит. Не знаю, свет, наверное, загораживаю. Вот так вот покажу. Но жир не белого цвета, а какого-то коричневого. Да? Угу. Так, нюхай пока. Дай. Далек. Запах такой интересный. Не совсем как свинья говядина, совсем другой запах. Может, пивочкой или ложечкой? Ух ты! Опа. Угу. Опять свет загораживаю, видно. Вот такая она. Ух ты! Ну тут как бы такой этот холодец получается. Вот. Угу. Сейчас я отделю холодец. Вот это мясо куски получается. Угу. Вот это как получается, как бы вот эта жидкая часть, вот, а вот это мясо уже. Ну, давай, либо вас пробуем. Ага, давай. Так, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови. Во имя Отца, Сына, Святаго Духа. Аминь. Во имя Отца, Сына, Святаго Духа. Аминь. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Так. Ну, это ложечка этой. Угу. Ну давай, говори, ты первый. Чуть-чуть сюда подвинься, чтобы тебя видно было. Ну, в камеру сам. Такой вкус не похож на свинину, говядину, не похож ни сколько. Свой вкус. Вот. Рассказывай пока, рассказывай. Ага. Как, я не могу прийти даже как что к чему. Ну, мягко, вкусно, хорошее, все хватает там. А. Вот. Ну а на соль как? Хватает соли. Ну, на вот это. Угу.
А жилы есть? Нет. В общем, жуешь, куски мяса мягкие, жил, не, ну, жил не чувствуется. На вкус, да, вкус как бы немножко, вот для меня немного так напоминает говядину, но, конечно, вкус такой отличается. Такая как бы нежирная получается. Да? Тут вроде жира мало. Вот кусочек жира. Мы ее, считай, с тобой съели уже, да? А все на желе как на вкус. Вкусно. Я не знаю, но соль нормально. Перца вроде не чувствуется, да? Ну, в принципе, вот мы ее не разогрели, съели так нормально вроде бы, да? И колонки пошли хорошо. Да. Ну, у нас вроде здесь в Инте конину не продают. Нет, нет. Я видел, у нас оленину продают, но что-то банка стоит 170 рублей, что ли. Ну, естественно, не это, не интинского производства, я не смотрел. Но есть это в банках или нет. Ну так вкусно. Вот сколько ты из 10 баллов поставишь? Ну, баллов 8. А почему не 10? Даже может 10. Ну как? Она, знаете, не похожа ни на говядину, не похожа. Ну не свой вкус. Мягкая. Вот. Жил нет вообще. Вот. Идет хорошо. Живешь, и так это нормально, живешь. И как? Соли всего хватает. Живется хорошо. Ну, ты, короче, окончательно 8 баллов ставишь, да? Да, 8. Ну, я тоже соглашусь 8, потому что как бы я вот, допустим, понизил оценку, может, из-за того, что это непривычная какая-то тушенка. Ага. Ну, съелась она нормально, мне съелась хорошо, понравилось. Да, съелась хорошо. Ну вот почему-то из-за вредности мы 8 поставили, да? Из-за вредности ты поставил 8? Да. То есть ты из-за того, что ты вредный, да? Да, ну... Так ты слышишь, что я говорю? Нет, нет, нет. Она мне понравилась, вкусная штучка. Вот, так что я ничего не буду говорить. Штучка вкусная, спасибо большое, штучка хорошенькая. Вот. В общем, и тем более, выше сорт. Не-не, я ставлю... 9,98. 9,98. Понял, понял. Ой, я уже что-то отъезжаю, мы поздно снимаем ролик. Завтра в лес идем. Сегодня так же. Ой, да, даже сегодня. Сегодня уже. Уже уставший я. Да. Ты устал тоже сильно. Да, устал я. Спать хочу. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо большое. Всего самого хорошего. Что посмотрели. Спасибо большое. Эту дегустацию. Пробуйте конину. В общем, съедобная штука. Да.